Команда ТВГУ создала проект «Научная реанимация», который помогает подросткам из небольших населенных пунктов освоить азы механики и программирования. Со своей идеей они победили на всероссийском конкурсе «Моя страна, моя Россия», который проводится на президентской платформе «Россия – страна возможностей». С победителем пообщался наш корреспондент Наталья Чекет. Проект помогает подросткам в определении их будущей профессии. Организаторы научной реанимации выезжают в разные школы Тверской области, где проводят занятия, на которых ребята погружаются в сферу науки и могут попробовать себя в области современных технологий. Сельские школьники наглядно знакомятся с 3D-моделированием, программированием и могут самостоятельно поработать с современным техническим оборудованием, создать свои первые инженерные проекты. Мы привозим большое количество оборудования, и ребята пробуют на нем работать. То есть под присмотром наставников они реализуют маленькие проекты, где они, собственно, и понимают, как это устроено, что такое робототехника, что такое 3D-моделирование, 3D-печать, что необходимо знать для этого. И уже понимают, есть ли у них способности к этому, есть ли у них желание этим заниматься или нет. «Моя страна, моя Россия» – это всероссийский конкурс, который проводится на президентской платформе «Россия – страна возможностей». В нем приняло участие более 90 тысяч человек из всех регионов России. Конкурс проходит ежегодно. Задача – привлечь молодежь к решению острых вопросов социально-экономического развития регионов нашей страны. В этом году президент в послании Федеральному собранию говорил о важности поддержки местных инициатив, связанных с краеведением, с народным творчеством, сохранением культурного и исторического наследия народов России. Конкурс «Моя страна, моя Россия» эффективно решает эту задачу. Он объединил тысячи неравнодушных, ярких, интересных, целеустремленных людей и помогает им самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи, активно участвовать в жизни своих сел и городов и способствовать их развитию. Во всероссийском конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Победители ждут стажировки, образовательные гранты и премии, возможность получить наставника и дополнительные баллы к ЕГЭ или вступительным испытаниям на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Конкурс «Моя страна, моя Россия» уже давно вышел за рамки только конкурсных мероприятий. Это сообщество экспертов, сообщество педагогов-новаторов, сообщество молодых людей и их родителей, которые неравнодушно относятся к развитию российских городов и сел, где они живут, где они получают образование, где они работают. Мы приглашаем всех к участию в конкурсе. Очень много номинаций. Номинации охватывают весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий. Каждый найдет для себя свою тему. Совсем скоро стартует уже 17-й всероссийский конкурс «Моя страна, моя Россия». И каждый житель Твери и Тверской области в возрасте до 35 лет может принять участие в конкурсе президентской платформы «Россия – страна возможностей». Улучшить жизнь своего региона, создать свой собственный авторский проект – социальный, культурный, научный или другой. Нужно просто подать заявку на участие в конкурсе, а потом, одержав победу, получить поддержку для его реализации. Главная инициатива и желание развивать свой регион.